Мечи за Арсения покупаю на основном аккаунте акции Луны Новый год. Начал. Все, акция куплена. Ну что, бабки? Начинаем мегаящики открывать. 2000? Ничего пока не выпало. Только 3 гемы. Опять ничего. 12 гемов только. Это вот эти 10 мегаящиков? Да. Ты угар. Опять ничего. Зато на мистера Пи падает. Ничего не падает пока что. Да тебе ничего не выпадет. Да, скорее всего. А нет, показалось. Просто показалось. Фиксики. Покупаем спайка. Да ты угораешь, откуда у тебя бабки? Ты мне, блядь, только что говорил, у тебя нет. Ой. Да ты... Все. Так, купим удвоитель. Сколько у меня удвоителя там? 1600. Не знаю, на что открыть мегаящики, либо купить скин. Сейчас сколько гемов? 56. Ну, открой мегаящики еще. А я могу героиню Биби купить. Нафига? Не знаю. Вот именно. Так, за 60 мегаящик откроем. Ну, понятно. Вот, открой 2 мегаящика лучше. Зато 59 билетиков. Или бы лучше было оставить гемы, потом купить дофига акции на билетики. Короче, оставим. Пойдем попрокачиваем персонажей. Так. Опа! Блин, только не вылети. Ну, как всегда. А чего у тебя вылетит? Да я знаю, думаешь, оно вылетает постоянно. От чего? Не знаю. Это еще Артём? Скажи привет. Привет. Да я уже говорил привет. А, не, я привет не говорил. Так. Брока прокачали на пассивке. Да, нормально. Опа, мистер Пи. Уже 4 силы. Я дебил. А? Я дебил, я слил. Так, качаем. Я с запом лоханулся. Ну, зашибись, 5-я сила спайка. Сейчас скатаем им. Скатаем уже спайком, да? Пошли играть. Это Лингидарка тебе выпала? Римрайдер, да! В этом, в какого? В рояле. И что я тут играю? В рояле мне Ремрайдер выпал. Ну, всадница на кабане. Она четко, ее дефать очень тяжело. Она врезается и наносит 500 урона. Ее даже армией скелетиков не задефать. Классно, что сказать. Можно... А, бык! Пошел в задницу. А, я уже... Пошел в задницу. Бык, иди в задницу. Нормально.
пошел в задницу. Первая катка. Ну, меня уже. Блин, ульту просрал. Зашибись, первое место. Всем спасибо. С вами был Чизер и Артём. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.